Привет, привет, друзья мои. Ребята, у нас сегодня большой-пребольшой выпуск. У нас сегодня обзор. Обзор веселых игр. Ребят, сегодня поиграем в красного шарика. Поиграем в Тома и друзей. Поиграем в аквапарк моего Тома. В губку Боба суперсхватки. И в улитку Боба. Ребят, ставьте лайки. Кстати, еще и питомцев моих проведаем. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Давайте под этим видео 400 лайков поставим. Ух, ребят, будет круто. Поехали. А начнем, ребят, мы с игры, которая называется «Губка Боб квадратные штаны». И это супер схватки. Да, ребят, у нас есть бойцы Донателло, Патрик и... Опа, энергетические кристаллы. Ребят, у меня еще есть и Лиска. Такая девочка интересная. Тыц-тыц. Я сейчас ее покажу, ребят, смотрите. Вот она. Вот Лиска. Давайте сделаем апгрейд, ребят. Опа, так, Лизок, прости меня, но мне нужно сделать апгрейд Донни. И это стоит 580 слизней. Есть, Донни, красава. Да, Патрик, иди сюда. 580 слизней. И у меня мега-крутой Патрик. Так, ребят, осталось вообще ничего не осталось, короче. Мы идем к событиям. О, заново. А что заново, я не понял. Нас, мы же выиграли тогда, я не понял. Тут все выполнено. Повторить задание. Зачем? Выполнено, выполнено. Ребят, смотрите. Здесь все выполнено. Губка Боб. Ха-ха, ты что-то путаешь. События. Так, коснись, чтобы увидеть больше. Ты энергетические кристаллы, все или ничего. Котопес, ребят, вот это сильный соперник. Прожектор Котопес. Так, 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 так. Ну давайте попробуем. Нажму и... Котопес. Не, у нас нету Котопеса. А здесь... Йоксы у нас нету. Есть у нас три персонажа. Ё-моё, ребят, короче, будем, значит, что? Против кого играть? Я не вижу против кого. Задание. Тут мы собираем. И... О, вот здесь, ребят. Нет, заново я не буду играть. Где, где, где еще задание, ребята? Так, ребят, 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 победить в схватке 3 на 3. Ну, вперед. Где схватка? Вот она. Выбираем бойцов. Раз. А, все. Я Донателло выбрал, ребят. Донни будет драться с тайным волком. Стремный тип. Ну, ребят, он сильный должен быть. Так, сейчас мы проверим, как они дерутся. Так, Донателло, давай. Ого, ребят. Странный волк или стрёмный волк. А-а-а, получи и распишись. Донателло сейчас тебе выдаст. Ого, ребят. Блин. Донни, давай. Фига себе. На, леща, леща. Ес, ребят. Это нокаут. Красава, Донни. Ты молодец. Так, ребят, долго не буду вас мучить. Мы будем делать немножко по-другому. Будем здесь. Теперь мы сыграем в красного шарика. А потом мы еще вернемся к этой игре. Так, ребят, где у нас тут меньше всего звездочек? На мрачной фабрике. Давайте мы соберем все звездочки. И начнем. И... Ух! Я пропустил одну звезду. Я же так не могу. Здесь, ребят. Ого, этот может взорваться, парень. А что он не сработал, ребят? Деактивируйся, ты. Взорвался, ребят. О, стой, 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 такси, такси. Увези меня, увези меня. Так, ребят, какие зелюки, вот, смотрите. Ой-ой-ой, не-не-не-не. Ребят, они меня взорвали. А как же мне быть? А если я ему по шапке дам? Точно! Они вдвоем взорвались, ребят. Я дал им по шапке, они взорвались. Здрасте, здрасте, здрасте. Ух, я надо было поспешить. Бэм. До свидания. Тикс. Здрасте. Есть, ребят. Есть. Ёлки-палки, он на меня прыгнул. Я не ожидал такого. Ух, ребят, я думал, я взорвусь. Опа, надо постоять на красной кнопочке, чтобы сделать скоростный трамплинчик. Так, ребят, ну что, 38 левел. Я надеюсь, что у нас тут все звездочки. Так, лифт, 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 лифт. Лифт. Стой. Куда, куда, куда поехал? Я еще не успел на тебя залезть. Постой, постой меня. Погоди-ка. Железная машина, стой. Куда ты поехала? Вообще, ребят, тупой лифт. Жди меня, я сказал. Блин, что я не прыгнул? Управление, ребят, немножко глючит, поэтому лифт меня и не слушается. Опа! Куда ты отъезжаешь? Стой на месте. А, ну что ты не прыгаешь? Ну красный. Красный болванчик, давай, не подведи. У меня одна жизнь осталась.
А ты, ребят, ну тупое создание. Ты видишь, лифтом управляют злые силы. Черные квадраты, ребят, пытаются. Ну как, я не могу понять. Ну чё, с ума сошли, ребятки. Мне все звезды надо. Ты куда, стоять на месте? Сука. Наверх еще, да? Прямо наверх. Может, он пока едет, да, я... Ребят. Вот залилка. Я понял, я нажал кнопку, и он едет. Пока он едет, я разгонюсь как. Угонись-ка. Опа-на, иди сюда, молодеточка. Все звезды, все в черных квадратах, ребят, я... Здрасте, уничтожаю. И бабах! Воу! Мама мия! Не повтори! Стремно-то как! Поджарила, ребят! Меня как булочку из Макдональдса! Стремненько мне! Стоп, красный! Поехали! Джеймс Бонд, ребят. Мама мия! Фух, ребят, неужели? Стоп, куда ты, красный? Фух, ребят, он непослушный. Ох уж этот шарик. Непослушный ты мой, непослушный. Ого, я ему прям с выпрыжки. Быдыч, по моде. О, ребят, очень круто, очень. Здрасте. Оп. Я умею кататься на таких штуках. Я не умею. О, здравствуй, мордатый. Вы видели, куда он рванул? О, ребят, вообще чётко. Оп. Так, меняем. Капец, бедный. Так, надо, не спеша. Ай, поспеша. О, разогнался! А куда ты спешишь, Ванюха? Газуй, давай, ребят. О, фу, блин. Так, я понял, ребят. Кошные. Оп. Ой, боги, смотрите, сколько какашек и мусора. Ох, аж они, засранчики такие. Но у меня их очень много. Сейчас я быстро поубираю. Слоненок есть, собачка есть, котик есть, олень, дракон, конь, хомяк. Ух, ребят, я даже перечислить всех не могу. Их так много, очень много. Смотрите, какие классные. Ну что, ребят, мы продолжаем. Ты, ого, какие зубастики. Так, ребят, смотрите, я буду играть за красного шарика. Он схватил мою подружку розовенькую. Давайте назову ее Лизочка. А это кто? Денис? Злой Денис, наверное. Так, ребят, вот какая история. Я гулял с Лизой по травке. А Денька, гадюка такая. Где? Еще картинку покажи. Где ты, Денька? Ах, ребят, не пока. Он завидовал нашей любви, ребят. И он схватил мою подружку Лизку. А меня немножко оттолкнув. И, короче, он ее бинь-инь-динь-динь и схватил, короче. Так, ребят, нам предлагают сыграть в первый левел. Погнали. Кстати, поставь лайк, пожалуйста, под этим видео. Так, ребятки. Так, настраиваем управление и... О! Так, эй, красныш. О, ребят, я этого... О, пусть будет меня звать красныш. Ого, ничего себе, ребят, я до звезды той не достал. Это... Мне надо все звездочки. Ух ты, а теперь мне... Ой, блин, упал. Капец, знаешь, что происходит, ребят. Так, хотел как лучше, а получилось как всегда. Так, уже звезду эту я забрал, да? Так, стопэ. Бинг. Бинго! Все, есть, ребят, первая сохраняшка в моей игре. Опча! Опана! Лизка, ты где? О, блин, ребят, смотрите, как высоко звезда. Вот как я ее должен достать? Ладно, сейчас разгончика. И... Ух ты, не хватило мне немножко разгончика. Опа! Опс! А ну, ребят, все-таки я хочу забрать звездочку. И... Ой, блин, вообще. Управление немножко тугое. Уа! Блин, все, я продул. Врч. Бинц. Типа ничего не было. Мы ничего не видели. Брикс. Бдикс. Стой! О, стопы, ну мне надо звезда. И...
Я в шоке, а как я должен допрыгнуть туда, ребят? Ну, игрулечка, бим-бим-бим. Ладно, Лиска, я иду к тебе. Ух ты! Подземный ход! А, стой, стой, стой! Чи-чи. Так, здесь что? Ребят, я не понял, это канатная дорога. Опача, мой лифт приехал. Чи-ху. Такси, такси, стой, 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 стой! О, спасибо. Оп. Так, ребят, смотрим, какие же приключения ждут нашего красныша. Пиц. Так, вот, а что ты, смотрите, невеселый такой, ишь какой. Так, давай этот ящик, я думаю, нам понадобится. Ребят, смотрите, у нас количество времени ограничено. Ай, блин, капец, ребят. Этот ящик нужно наверх туда, вы прикиньте, а я его отодвинул. Надо на кнопку сюда, а как же мне его занести? Да, ребят, это обломись-ка. Так, попробуем заново. Нам, пожалуйста, еще одну. Пипипс. Стоп. Красныш, ты куда? Вернись назад. Чик-чик-чик-чик. Вот, ребят, вот что надо мне было. Ха-ха-ха. Так, так, осторожненько, Что? Alert, watch the video in the cheek. Не-не-не, спасибо. Так, ребят, выскочила какая-то ерундовина и помешала мне. Стоп-стоп-стоп. Давай, ты сильный парень. Ага, короче, вот эту рекламку надо перепрыгнуть, это. Она мне... Все, аллилуйя, прощай, красный шарик. Короче, ребят, фигня этот Red Hero 3. Управление так себе. Ну, сюжетик прикольный был, да? Мой друг был, короче, и отбил меня девчонку. Давайте проверим Red Hero 4. Опача, ребят, смотрите, ну заставки в них прикольные. Вот, красныш, это я так понял, я. А это какой-то гоблин, какой-то зомби, ха-ха-ха. Да нам не страшны никакие гоблины и зоблины, ха-ха-ха. Поехали. Так, ребят, ух ты, мордаху можно выбрать. О, я желтый колобок, я очень злой. А я? А кто это такой, ребят? Это какой-то Вася Пупкин. Ну, Вася Пупкин, давай тобой поиграю. Первый левел, Green Jungle, зеленые джунгли, ребят. Оу, реклама, спасибо, не надо нам рекламы. Так, управление настроили, бим, бим-бим. Опача, ребят, прикольненько. Опа, опа, все так легонечко, легонечко. О, первая сохраняшка, и вы смотрите, мой колобок так аккуратно бьет. Ух ты. Вау, ха-ха, ты дыщ, такой звук был, ребят. Чика, бимс. Да, смотрите, у меня все четко получается, друзья мои. Бямс, бямс. Не получится, надо ящичек этот. Хорошо. Бррр, разгон, разгон, разгон. Фоба, ребят, ступеньки построены. Левел пройден. Зафиксируем победу. Опа, ух ты, иди сюда. Ха-ха. Не. Вау, ты че, парень? Ты че, ты против кого тут-то, а? Так, ребят, здесь надо... Yes. Мне вот это мне управление нравится. Так, а где тут смысл? Какой смысл игры? Там Лиску мою похитили, а здесь что? Ого, ребят. О! Так, это была сохраняшка. Левел 2, ребят. Бимс. Чика. Бимс. Опа. Ой-ой, куда? Можно сюда даже? Ну все, нет, Вадик, что ты делаешь? А, можно вообще вот так вот, да? Yes! Все по... Опа, все очень круто. Ю-ху! Ты кто? Ты кто такой? Эй, гоблин! О, ребят, попал, попал. А, все-таки без ящичка я не обойдусь. Хорошо, что я сильный такой. Это надо, знаете что? Кашку есть по утрам. Бим-бим-бим-бим-бим. Чтобы ящики такие опча. И попер, опча. И попер. Попер-попер. Ой, блин, простите, извините. Ого. Где же мне тут выйти? А, вот он, выход. Ты чё не прыгнул, парниха? Ребят, он не прыгает. Тут какая-то магия. Гляньте, не могу. Вот здесь не прыгает вообще. То есть назад я вообще не могу. Обалдеть, ребят. Я нашел баг в этой игруле. Ну-ну-ну-ну. Всё, не прыгай назад, звездочки. Плакали мои звездочки. Так, я не понял, так а как мне... А, тут надо вот так разгоняться. И раз, и два, и три, и раз. И я, давай, 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 давай. Капец, капец. Ну, простите, извините.
У меня же нет крыльев. Как я туда долечу? Ох уж эти разработчики игр. Опача! Эй, зомби-морда, иди сюда. Вообще ты мне не нужен. Опа, ба-бам. Стой, 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 блин, тут надо... Чё это будет? Опа! А ящик тот зачем, ребят, был? А, вот тут ещё есть один. Тыц, 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 тыц. Ставь лайки, если ещё не поставил! Но... Ладно, нам надо чуть-чуть разогнаться, стопы. Я так хотел эту звездочку. Капец, капец, ну. Так, опача. Опча-ча, опча-ча. Опа-да, ребят, ну как у нас, вроде неплохо получается. Ух ты, елки-палки. Ну и дальше что? Все, ребят, переходим к Red Ball 4. Вот, ребят, вот это настоящий красный шарик, Red Ball 4. И у нас подземные ходы. И начнем мы... Тыц. О, ого, ребят. Ого, ого, злюка, злюка, ребят, смотрите. Ух, это злюка. Взорвался только что. Опа! Оп, ча-ча. О, блин, ну куда же ты спешишь, Ванюха? Стой, звездочка! Вот это весело, ребят! О, гляньте, еще звездные сюда падают. Ну, блин. О, хорошо, хоть я отсюда начинаю. Пиц. Стой. Тыщ-тыщ, собрал звезды, собрал звезды. О! Опа! Так, ребят, все очень и очень. Опа! На, ты козел, нет? О, ребят, я его взорвал. Так, а там открылся, а где ключ? Опа, тыц, 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 тыц. А, вот, прошел. Не, ребят, мне этот красный шарик больше всего нравится. Здесь прикольная графика. Нет! Прикольная графика. Ну и сложно тоже тут, я вам скажу. Блин. Так, ребят, без вашей помощи, без вашего лайка, видать, тяжело мне пройти. Ух, ёлки-палки. Ё-моё! Вот за что я люблю красный шарик, так это за его сложность. А кто сказал, что будет легко? Да ёлки-палки. Я не думал, что ты уже лопнешь. Тыц. Тыц, тыц, тыц. Сейчас вообще выберу другой уровень. Эх, ты меня разозлил. Мордатый. Валю от тебя. Ого! Ого, достал меня! Как-то. Ха-ха-ха! Фух, ребят, прошел до сохраняшки. Это не может не радовать. И... Вау! Хо-хо-хо. Обломися! Тыц-тыц-тыц! Пися, обломися! Вау! Опача! О, блин! Я забыл! Я забыл, короче, что там эти самые... Что там? Колючки колючие! Жопа мне просто жопа. За ключиком быстренько. Ребят, ну что за ерунда такая? Так, все три жизни при мне. Блин, там еще и лучи стреляют. Это очень и очень жестоко. Не победить вам меня, не победить. Тыц, тыц, тыц. Пук. Пук. Все, ребят, прошел. Фу, фу, фу. Очень сложненько, очень сложненько. Бим, бим. Ёлки-палки.
ты меня задел, брат. Пойдем поверху собирать звездочки. Все, ребят, вы видели. А начнем мы, ребят, вот с этой игрулечки. Красныш, злой Красныш схватил мою девчулю. Ах ты такой жук. Ребят, у нас третий левел. Погнали. Так. Ну, Красныш, ну я тебе надеру по пенсию. Ребят, вот такой вот красивый-прекрасивый красный шаричек. Эй, стой. Не дотянусь потом. О, ребят, да кто-то мост. Ха-ха. Таран-таран-таран-таран-таран. Оп-ча-ча. Это реклама, ребят, тут не обязательно ее смотреть. К братцам меня отправили. О, рекламка, спасибо. Рекламку мы не будем смотреть. Попробуем еще разок. Ич. Прыг-скок, я колобок-бок. Ой. Так, ребят, тут надо, короче, я там не знаю, как надо. Да ну нафиг ты мне тут сдался. Ребят, реклама, это вообще западло такое. Просто не передать словами. Да ну не хочу я вашу рекламу смотреть. Ребят, что это за красный шарик такой тяжелый? Бим. Не то, что тяжелый, он просто непродуманный. Теперь попробую его на гору затолкать. Я-то ж маленький такой. Все, друзья, Бобик сдох. Лучше попробую сыграть в Red Hero 4, ребятки. Это выберем себе вот такой вот скин. Буду синеньким. Так, ребят, у меня какой тут левел? Где реклама, ребят, выскакивает. Ах, что же ты будешь делать? Вот я такой красный шарик. Прыг-скок, прыг-скок, трам-бам. Эх, Вася, иди сюда. Тыщ. Сейчас тебе ящиком, ребят, я его... Да ё-моё, хотел ящиком рыбить. Ребят, эту палку надо было же. Вот так. Ай, стой, подожди меня. Ух, ребят, это как по волнам кататься на серфинге. Прикольненько было. Бриц, стопы. А как до тебя допрыгнуть-то? О, ребят, вы видите? Ну и ладно, без звездочки обойдусь. Стопы. Тут чё? Так, ребят, ага, и тогда ящик надо будет. Ребят, давайте соберем соточку лайков. О, допрыгнул. Есть, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой. А меня? Ну, смотрите, как классно получается. Дай. Ты чё? Фу, ребят, я прошел. Крутя. Так, у нас четвертый левел, друзья мои. Ну ты, синий шарик, иди сюда. Ай-яй! Да ё-моё, как же тебе дать уже под жопу? О, вот так вот. Все, ну это капец. Ладно, не хочу. Ребят, давайте лучше сыграем не губку Боба, а улитку Боба. Мы же забыли про моего Турбо, у которого приключения, ребят, здесь только начинаются. Да-да-да, ребят, здесь может быть все, что угодно. Прячься! Ага, зажарили моего улитку. Так, ребят, главное вовремя развернуться. Нажали и мотаем, мотаем. Вау! Ю! Стоп, улитка Боб, стой. А это что? Ёлки-палки, меня же может и... А, это звездочка, я думала, она кусается. Так, улитка Боб, ты готов? Разворот. Бобби, давай, малыш, давай. Есть, ребят, мы убежали. Ура! Там-там-там-тай-ра-тай-ра-дам-пам-пам-парам. Так, ребят, смотрите, где я появился. О, здесь и паучок, и змей Горыныч. Так, я понял. Здесь можем паучка задушить. Короче, сейчас, ребят, будет все очень интересненько. Так, давайте найдем звездочки. Пазлик мы нашли. Вот одна звездочка. Паучок. Я знаю. Надо же звездочку поискать. О, так он еще и там вылазит. Ах ты жук такой. Жух, ребят, где я? Опча, запрячься. Опа-на. Так, а это что такое? Здесь я должен еще очутиться. Что-то здесь не так, ребят. Мне кажется, что не все так просто.
О, все? А, нет, не все, вот выход. Ха-ха-ха, точно, теперь все, ребят. Фух, а то я начал переживать, что мой улитка-боб не справится. Так, стоп. О, это моя копия, ребят. А ну-ка, братан, давай топай. Джик. О, ха-ха, так, блин. Не, наверное, не надо его. Наверное, надо вот так вот. А, не. А, да, да, сначала туда, ребят. Сначала, смотрите, все простенько. Тыц. А теперь давайте звездочки поищем. Одну я нашел. Опа, это моя зеркальная копия. Опача, чап-чап-чап-чап-чап-чап-чап. Есть, ребят, прошли улитку Боба. Так, ну что, сыграем еще в губку Боба и в красного шарика. Ха-ха! Ребят, у нас красный шарик, четвертая часть. И смотрите, у меня... Что? У меня здесь нету звездочек. Почему? Ха! Самая первая часть, у меня нет звезд. Смотрите, с чего все начиналось. Играли себе такие круглячки. Ха! И тут их захватили черные квадраты. И начали делать их квадратными, ребят. Ого-го! На мрачной фабрике. Короче, всю землю захватили черные квадраты. Но наш красный шарик, это же супергерой, ребят. И он может победить любого черного квадрата. Так, наша с вами основная задача — собирать все звездочки. Все. Чтобы у нас были все при все. Все уже. Так, в этом уровне, да. Ю-ху! Я его раздавил, ребят. Прыг-скок, прыг-скок, я иду мочить квадратики. Ба-бам. Силач красный шарик, ребят, он очень сильный. Сильный парень у меня. Ха-ха. У-ху! С первого раза, да, легко. И... Сейчас я его разгоню, ребят. Сейчас разгоню. Есть, отличненько. Ха-ха-ха! Получил? Нежданчик, да, для тебя? Ага. Ребят, у нас все неплохо, очень даже. Стой. Ага, тут... Тут есть тележка. Ты? Надо тележку. Да, я сам знаю, ё-моё. Опа-ца, опта-ца. И опа-на. А-ха-ха-ха. Ой, ребят, я думал, долечу. Ух, ёлки-палки, хотел его столкнуть. Так, все звездочки. Да, ребят, все. Не, это я зря сделал, да? Может и нет. У-ху, ребят, пятый левел. Вау! Утоплю тебя сейчас, черный квадрат. Это тебе за моих братьев и сестер. Опа! О, такси! Отлично, ребят, я всю жизнь мечтал покататься на таком такси. Ребят, прошел и этот левел. Опча. Ого, рогач. Ты чё туда? Получи и распишись, браток. Так, а где, я не понял, где звездочка? Или я забрал, да, её? Забрал. А, я не заметил, что я звездочку забрал, ребят. Хотел. Думаю, заберу звездочку. Поеду. Ребят, смотрите, как четко все. Так, звездочки. Вы мои звездочки. Вау! Все, подъехать надо, да? Я понял, понял. Туда прыгнуть. Чуть-чуть. А, вот так вот надо. Ю-ху-ху! А ты вези, вези меня, тележка. Ух!
Так, ребят. Опча, оп. А, не-не-не, надо этот, это вот сюда надо. А, вот так вот, да? Есть, ребят, вообще все круто. Все круто у нас получается, вообще с первого раза все. Так, это иди гуляй, я доберусь до твоего босса, и тогда ты сам сдохнешь.